Когда очень хочется выпить. Двое мужчин разобрали забор, чтобы заработать на алкоголь. Вечер. Съемка с улицы Салавата Юлаева и братьев Кашириных. Один мужчина взвалил металлическую конструкцию на плечо. Второй тащит за собой. Товарищи, видимо, держат путь в пункт приема металлолома. Где друзья разобрали ограждение, неизвестно. Но, видимо, они решили, что нашли легкий способ добычи средств на выпивку. Правда, мужчины не знали, что их снимают на камеру. Очевидцам удалось хорошо запечатлеть их лица. Эту съемку мы готовы передать правоохранительным органам, чтобы служители закона смогли установить их личности и привлечь к ответственности.